Грязной спецтехники не место на городских улицах. Со стройплощадок машины должны выезжать с чистыми колесами и кузовом. Для этого застройщикам надо позаботиться об оснащении стройплощадок мобильными автомойками, обеспечить твердое покрытие на въездах и выездах. Невыполнение этих элементарных требований влечет за собой административную ответственность. Муниципальный контроль ежедневно проводит мониторинг строек, и застройщикам экономнее соблюдать правила благоустройства. Сумма штрафа на должностное лицо составляет 5 тысяч рублей. На юридическое в 10 раз больше – 50 тысяч. За повторное нарушение штраф значительно возрастает.